Так, отбегу на 2 секунды, я готов, в принципе. Опять Симыч. Игорь, нажми рези. Кодиак. Фак, надо взять чем-то потяжелее. Чтобы взять потяжелее. Через леса, через горы. Возьму. Через реки, я тут. Нелюбимый мех я возьму. МСИ. Ты решила подарить Франку ноутбук? Реди. Реди, ты нажми, нажми. Ready. А кто на чем? Что-то я не посмотрел. Я на Орион сел. Я на Кодиаке. Ты себе прокачал Кодиака? Ну, это вообще самый первый мир, который я прокачал. Я просто играю на всех по кругу, чтобы не забыть, как на них играть. Ну и для разнообразия. Насколько я понимаю, в этот ивент дают 2 свободных мех слота под мехи. Так что где-то мехбэи падают. Так, а что не дают, я так и не понял. Кто-то чего? Там что-то ломает перед микрофоном или двигает. Я устраивался поудобно. А, хорошо, хорошо. А сейчас еще и жевать буду. Ужас. Отвратительно. Да, мехбэи дают. Угу. И 200 GSP. Вообще дофига сейчас дают. Да. А сейчас через пару-тройку дней следующий начнется. Фаза 2. И Вазовский говорит, что там вообще просто шоколад какой-то. Да это шоколад, потому что он не может выполнить до конца этот ивент. Какой? Может этот ивент до конца выполнить. А, он не может? Да, да. Выполни ивент, утри нос своей Вазовского. Ему лень побеждать на убогих мехах. А на этих он сможет, а эту часть ивента он сможет выполнить, потому что там оружие, там не нужно на мехе каком-то ездить, там достаточно установить определенный тип оружия и убивать из него. Ой, что-то я торможу там. Вархок живет своей жизнью. Че, вы направо не пошли, да? Налево? Let's take the top. No rotation. Ой, там, конечно. Все прям плохо. Плохо в моей жизни все. Ужас какой. Пидорасы сраные.
Warning, incoming missile. Target spotted. Держим. Need assistance. Подо мной лайты какие-то. Прикрыл бы. Да хуй с ними. На спину разберу. Ой. А где ты? Нашел. Да там много. Уйо! Ну я молодец, я знаю, я вообще. Че, подох? Что? Молодчина. Нет, нет, там Айва стебет меня. А-а-а. Да да вообще был мех и пропал. Ты ничего не мешает спрыгнуть. Ты ее прямо. Да вы достали у меня, блин, килы забирать. Ой, а как так ушло? Блин, у меня локус сзади. Да вы заебали. Я ни одного кила, у меня просто такое ощущение, что вы просто испугались. Кровавая баня. Слушайте, я не пойму, что у меня с Кодиаком, но он какой-то просто адский получился. О! Схватил? Ага. Ну, у меня ни одного клина не было, ни вообще просто. Ультры работали просто. Ну, Господь благословил тебя путь. Просто в эту битву. Да? Короче, я на лайки пересаживаю. Так, просто к спину. А чё у тебя, ну, чё у бороды следующее? Какой лайк первый? У бороды что следующее? Шо? Shadow Cat. Ларджи. Пульсовые. А можно ещё починить? А ты на лайтов пересаживайся. Ну тогда я буду на чем-нибудь тяжелом. У меня Адер, в принципе, это хороший к его. Ну, не знаю, я на очень любой случай. А я останусь на Орионе, поехали. Ой, кстати, буду твоему Ориону подтыкивать тогда. Спасибо. Что там, бороди еще много надо убить? Да да хрена. Ты уже хэвиков всех сделал, а ассалтов всех сделал? Нет, я иду снизу вверх. У меня ассалт, хэвик, медиум, лайт. Они как-то распределились по очереди, непонятно.
Не факт, не факт, к сожалению. Может победить Гибернал. Но будет Солярис. Коробки 12 нужны. Две штуки есть свободных. Не. У тебя же тоже СРМный Орион, да? Там что-то такое, глазовый. Четыре СРМ шестых и 20 ЛБХ. СРМ шестые обычные или с Артемисом? С Артемисом. Турбомех какой-то пипец медленный. Слева входи его. Пни его, чтобы он упал вниз. Популярная на Солярисе забава. Пни урбан меха создания. Все там. Где? Echo 4. Echo 4? Окей. Target spotted. Artillery strike online. Echo 5 targets. Пойдемте КВК 5 поддержим, а то они сейчас нашего одного там Вархаммера уебошат. Или кто там? Да, Вархаммер. Что-то я не понял, где вы пошли? Блин. Я ВК 5 держу. Ну каким-то обходом ты пошел? Через... Да через нет, тылы? Через D5 я стою. Да нет, вот он я. Не наверху. Вот он ты. Упал. Спину мне не хуешьте, пожалуйста. Он там один штурмкроу, нет? Или сколько? Нет, там дохренища. Там дохуя. Сзади какая-то вишка на нами висит. И, судя по всему, лайт у нас в спине. Critical.
Бейте Штормкроу уже. Вечный Штормкроу. Что-то налево уходило, это убили? Нет, нет. Вон они там, лайты. Ой-ой-ой, я тебе под тебя арту вроде кинул, нет? Нет, не кинул, слава богу. Нет, кинул арту все-таки. Извини, Макс. Ладно, пошли дальше. Слева могут быть сейчас, нет? Нет. Не впереди. Ну, кстати, может быть их слева обойдем лучше, нет? Ладно, все, понял. Там толпа. Да, там все. Блин, кто меня подпер? Сука какая-то. Ты живой? Да. Отходи за здание, что ты там стоишь? Ой, аннигилятор, 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 аннигилятор. Мне нужна помощь. Я работаю ему в спину. Господи, да когда вы его убьете? Нас тут обошли вообще пипец везде просто. Тимбер. Тимбер с D5 идет. У меня оружие кончилось. А вообще 3-9 счет. Макс, ты в курсе? Ну, неважно, мы погибли как герои. Точнее, я погиб как герой, а вы бегите. Бегите, спасайтесь. Я не понимаю, где слилось все пати, блин, пока мы ходили. Ну, мы отвлеклись на лайтов, что было не совсем правильно, наверное. Но я хорошенько так настрелял. А мне не понравилось. Не понравилось, да? У этого меха пушки только справа находится, и тебе отстреливают руку. Да, да. Всё. Ну там и с хитсинками беда, особо не постреляешь. Ну, слушай, это вообще как-то не для Фокса было абсолютно, тем более на Триале. Я на том же самом пойду. Пошли. Чё, Лёх, когда обратно по Херманию? Германия в конце месяца. В России неизвестно. Мне кажется, я в этом году не вернусь в Россию. Не, ну ты так можешь? Ну, в смысле, на эвакуационном рейсе? Да хрен его знает, на машине. Ну, вопрос, как обратно уехать. Да, ситуация непростая. Я вот тоже думаю, вот если, ну, откроют сейчас границы, уеду я в Таиланд. А сколько я там смогу пробыть? И если опять закроют границы, то ну, вообще как с этим быть потом? Ну ладно, там год или что-то еще, а дальше? Неудобная вообще ситуация, капец вообще.
Думаешь, могут еще на год закрыть? Непонятно, понимаешь, вдруг мутирует. Но он уже мутирует. Ну ты чё, мы же спутник 5 сделали вакцину. Да-да, которую никто не проверил. Одно дело политические заявления, другое дело, когда вот ее там да, делают половине населения. Если еще и половина населения страны вымрет, будет вообще смешно. Мне кажется, не очень. Катастрофа просто. Просто как бы все хуево это называется. Но ее сейчас будут испытывать на этих, на мумии. Так ее же уже на солдатах испытали. На солдатах, да. Сейчас будут ее колоть эти. Принудительно. Тут проблема в том, что сколько ждать негативных последствий. То есть 3 месяца. Может... Ну, это может длиться там и полгода, год. Ну, вообще, да. Но 3 месяца минимум. Что мы умные люди, да? Мы идем по-умному. Override. Да, я нажал. Но я особо не греюсь. Сейчас здесь направо повернем в тоннеле. А я пойду более дальним путем. У меня кошка посрала, кирпичи скинула, теперь у нее сатанинский режим включился. Надо по потолку побегать. Artillery strike online. Target spotted. Alpha sniper. Target spotted. В кустах, говорит, снайпера видел. Короче, очень много по линии С идет, там всякие мародеры. Короче, шоколад, надо туда идти, направо. Иду. Идем. Уже нет. О, уже мародеры убили. Рейвена сейчас гоняют. Слева нас уже подпирают. Разворачиваться надо. Нормально. Да, надо идти в обратку. К шарам идем. Справа, Макс. Да, я вижу, я закрылся от него. Надо как-то не по открытому. Через Е5 обходит толпа. Вон Кит Фокса я вижу, за ним может быть. Я наверх пойду. На да, я понял. Я обратно вернулся. Тут одинокий наш мародер. Егермех, Макс, поработаешь по нему, да? Нет, меня вообще... В Е4 что-то светилось. Я по Джей работаю. А я пойду на Егермех. Нет? Нормально, пойдем. Пойдем. Блин, нет. А, ну давайте. Он убежал уже. А нет, потом. Нормально, борода, обратно идем. Если мы есть где подняться, Феникс, хоп, да. Мы далеко от тебя, мы сбежим. Ну как далеко? 400 метров.
Вархов каш вижу. Да, да, вот по нему работаем. Все, нет его. Нет еще одного. Так, кто тут еще тут справа? Справа, вот. Дайша, Дайша в Е5. Дайша в Е5 справа. Блин, я на арчера пошел в Эль. И не одна, нужна помощь, прям пипец. Мы на Варховка пошел. А, вот вижу. Нет, Варховка. А, это в Вархоке. Там два Вархока. Блин, я по такому длинному кругу пошел туда. Ну, уже ничего не поделать, пошел. Я закончился, но я сделал килл. Блин, капец, я неправильный маршрут выбрал. Блин, ну что с варховками-то, народ? Кто тут, да есть, нет, еще, нет? Все, уже победа. Я шел к тебе, но... Шел, блин. Я неправильно. А где ты шел? Дайшу ты видел? Где ты вообще сам? Да я Вархока с Дайшой перепутал, сорян. Ну что, борода не схватил? Я сделал киллинг блоу. Ну, нормально, блоу сосчитывается. Следующий. Сказал заведующий. Блин, все-таки Адер — это моя одна из любимых легких машин. Вот реально. Как чита, вот Адер просто такой шоколад. Я рад, что он тебе доставляет удовольствие. Неимоверное. Так, а дай-то сейчас, погодите, я скиллов вобью в него. Фоксик, ты выбрал следующего? Сейчас. И ты смотришь. Я эти ивенты собрал. Как его еще интереснее-то сделать, а? Феникс Хок у меня следующий. Кто? Феникс Хок. Серьезно? На нем надо сделать ачивку тоже? Наверное. Да, да, да. Ты не просто триалы выбираешь, ты смотри какие. Velocity. А Velocity. Cooldown. Ну там же прописано. Может, скорость ему вкачать? Там сначала идут список из тех, которые тебе надо выиграть или блом набить, а потом идет в конце список, где тебе надо победы сделать. По списку, который типа надо выиграть или убить хотя бы раз, там лучше видно название меха. Там, где общий список, там они по этим на тяжелее. Или наоборот, не помню как. Кого? Жми. Рейди, ты жми. Не разобрался, кого смотреть. Че? Там в самом-самом конце. Я не помню просто Феникс Хоук. Просто реально. Был ли Феникс Хоук? Был. Был. Я помню Хайлендер, помню, что там, Кодиак. Помню Джаггер Мех. Точно помню. Ты завтра не забудь проснуться за час до 10 по московскому. Зачем? Так завтра этот международное соревнование заканчивается. Я на него забил болт. Mm-hmm. Просто реально забил болт. Не испытываю ни малейшего желания дрочить в последние там 3-4-5 часов. Я лучше это время с утра потрачу на ИБУ. Там всего-то нужно минут 40 потратить. Никакого желания не тратить. Видишь, как у человека все поменялось в жизни. Роботы вернулись к нему. Роботы вернулись в меня. Да, да.
Роботы, роботы, вышли на прогулку. Турмалайн Конквест. Вообще не очень приятный расклад. Нормально, нормально. Я на читахе. Мне хорошо. ВВ Петров с нами. Сегодня смотрел, вот думал, всем пец, что-то где-то ты промахнулся. Кто там на лайте, сбегайте на эко. Эко? Угу. А я... На эко или на эпсилон? На эпсилон, эпсилон. Ну да, эпсилон. Хорошо, убежал. А мы идем на тету, мы остальные идем на тету. Ассал, please go with us to Theta. Ассал, ты диод. Ой-ой, ой-ой. Тут не только Ассал, ты диод. Тут еще и мы все не особенно крепкие парни, я бы так сказал. Я вижу, как ты умираешь, да. Чё, как он смотрел прямо, как он. А там вышел какой-то чувак на ракетах и просто. Да. Макс, ты тоже сейчас, кстати. Макс, ты в Е5 или где? Я сейчас еще с своим собственным бомбежкой. Как я погиб. Ты что, тоже подушь? Да. Йоо, ребят, ну вы даете. Мне кажется, у них вообще очень удачная тактика вышла. Вот с тетой. Они стали за холмом, закидали ракетами еще. Знаю тебя. Я Ой. Знаю, но я хрен с ним. Да какой двое, помоги своему-то. Зачем все это, да, действительно. Помощь бессмысленная. Да-да-да, пантеру жарь-жарь, она же это, лазерная. И по ногам. Man, we gotta push. Техана. Fucking worm assholes. Че, я остался один, этот чувак сдох, да? Теперь я буду с тремя разбираться. Да. Слушай, у тебя обычные машинганы. Да? Это фигня все. Надо хэви ставить. We gotta close one of this. Да, ты наведись на него, ты вообще ему что повредил-то? Интересно даже. Да все вот это время. Пока ты в него стреляешь, ты хоть что-нибудь ему повредил? R нажми. Да, желтенький бегает, видишь? Это не он. Это спайдер. Forcer, watch your right, you got something heavy on there. Не, еще раз, да.
Ничего не пробил, ну а как так? Катастрофа. Ну мы все так погибли, все нормально. Иди и помоги ему, блин. Не, ну а что, плохо что ли помогать? Блин, я бы лучше точки взял, может быть по точкам бы выиграли. Да не выиграли. Двое наших, трое наших против их. Вот он, наш друган, который тебя убил. Мотает катапульту. Фокс пьюрифайл. Срань 4-4. Ну я не понимаю, борода на триале. Ну, Макс, ну ты-то. Он за мной пошел. У меня глазовый мех. Я не все ситуации могу разруливать. Так, что у меня с интернетом? Не вываливается из боя. Это принудительно выйдет. Embarrassing defeat. Cannot be taken. Все, заходите. Я Павел скилл рейтинг упал за вашего, так сказать, разгильдяйства. Я и так в четвертом, а вы мне еще тут статистику портите. О, кстати, Макс, скажи, где смотреть эту статистику по этим? По... А ты заходишь на сайт mvomerks.com и там есть... А, ты там смотришь? Не профайл, в игре, да? Да. Профайл, лидерборд. Я на 3386 месте. На каком? 3386 место. По average match score. А, слушайте, ну давай, что ты на чите, да? Давай я тоже читу. Слушай, да, но у тебя билд какой-то странный. Что, почему у тебя... Потому что мне такой билд дали. Такой билд я собирал с Ромой. Хуёвый билд. Прям честно скажу. Потому что возьми, сделай... Вместо машинганов три хэви машинганы. И дамага будет в разы больше. Прям в разы. Так, а где смотреть... Ну, у тебя вот сколько сейчас Firepower он пишет? Подожди. Где смотреть статистику? mvomerks.com. Ну ты нажми. Я уже зашел туда. Ready нажми. Firepower. Где это? 31/250. Это вот у меня 58. Че у тебя стоит? Три хэви машингана. И два хэви смола. Ну у тебя какой? Четыре амма. У тебя читах какой? Шарт. А у меня Е. А это не важно. У меня плечи от Е. Один торс от Е. Один торс от прайма. И руки от Е. Поэтому это вообще не важно. 4 heavy machine gun ammo, 6 heavy machine gun в руки
и два хэви смола. Ну, ты там ставишь... Ты можешь, кстати говоря, зачем тебе два флеймера? Поставь один флеймер и один хэви смол. Два флеймера греют быстрее и лучше. Ну, окей. Пусть так. Но все равно поменяем машины, ну, эти... У меня стоит 6 машин ганов и там сколько там, а у тебя сколько... 6 машин ганов, хэви машин ганов и 4 хэви машин ган амма. Нет, 10 брони в центре торса, по 4 в ногах, по 2 в торсах нету. Ну ладно, подожди. Так, машинганы убрать. Машинганы у тебя также в руках же находятся. Угу. Сколько ты их ставишь? 6. Хэви машинганов. 6 штук? Угу. Хорошо. Так, 3. Ага, что-то у меня кончилось это. Ладно, скинем пока ОМО. В голове 4 брони. Сейчас. Так, в голове 4 брони. В центре минус 10 брони. Ну, в смысле, 10 с ними. В ногах 4 с ними. В левом торсе 4, в правом торсе 2. И тогда... В левом торсе 4. В правом торсе 2. Я везде сниму по 3. И руки. Руки полные, да? Ага. И 4 комплекта АМО? Да. Тебе комплекта АМО хватает? 4 ком... Да, да, да. Ну хорошо, сделал, что. Теперь должно у тебя... Firepower у меня 46, потому что у меня стоит флеймер. Ну да, да, да. И... У тебя не хэви смолы. Но в любом случае окей, должно быть уже сохрани... поприятнее, чем обычные машинганы. Хорошо, согласен, окей. А, запускаемся? Да, поехали. Я не знаю, мне этот конфиг Рома помогал собирать в свое время. Где смотреть статистику по себе? Профайл? Да. Так, профайл. Так, мехи вижу. А что тут дальше делать? Где тут смотреть? Ну, Quick Play Leaderboards, видишь, можно выбрать по какому параметру. Вот, например, выбери Average Match Score, AVG Match Score. Подожди. Leaderboards, да? Да. У меня ранг 8358. Ну, по average my score. А по киллам 835. По победам, да, это которые команды. 369 по победам. Johnny! Ganz allein unterwegs? А это по сезонам, да, надо смотреть? Mm-hmm. А сезон как бы, как, сколько идет? Не знаю, наверное, месяц. Или 3 месяца, я не трудно сказать, я не знаю. Наверное, 3 месяца сезон. Override engage. Побежали, побежали. Побежал. 25%. Fuel at 25%. Fuel at 0%.
Кстати, я нажму в этот Discord. Ну, в смысле, это не Discord, а аккаунт. То есть я буду открывать вот цвет. Artillery strike online. Что там, много их? Они все в Е7 движутся. И then UV in F8. Someone take the UV down. UV-шку повесили. Вон она висит. Снимите. Target acquired. Target destroyed. Thank you. Ты на кого идешь? Я Кодиака вижу. Он один там или нет? Я думаю, что не один. Activated. Один. Один. Идем, идем. Нет, не один. Их просто дохуя там. И дым, дым, под нами дым. Человек бросил сам под себя дым, молодец. Даже не знаю, как лучше поступать-то. Вон там в F6 вроде одинокий, нет? Это очень далеко бежать. Ну, согласен. Надо здесь ждать. А если захарасить не только Кодиака, но еще кого-нибудь там рядом с ним? Мы нашим поможем? Кодиака одинокий стоит. Попал. Погнали, на Кодиака. Макс, идем? Да-да, идем, идем. Все, на Кодиака пошли, да? Он уже умер, блин. New target acquired. Так, G есть, Мэткэт. Харасим? Да, 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 ёпта, она, что ж происходит-то? Иди, да, 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 к Мэткетчу. Я, правда, его убью сейчас. Target destroyed. New target. Воу, тут есть G. С ракетами, судя по всему. Тингервульф. Парни, я погнал. Ты все? Угу. Давай, хороший матч. Не ладно. Мне кажется, нас убили всех. Да наш что, вафля, блин. Вот им харасишь, блин, ассалтов, они... Одинокий лайнбекер остался. Ну
Not a nice 20. Хрень. Просто хрень. Ой, Махта, ладно. Кокон. Только рейтинг мне портит, суки. Ты еще тут? Или уже тоже спать? Ну давай разочек еще. До победного? До победного, да. На чем пойдешь? На том же. На читахе? Да. Надо же потестить хэви машинган, который ты мне заставил поставить. Ты там экономно, у нас завтра не работает магазин. Роза? Блин, извини, я нажал Солярис. Я в тебе не сомневался, Виталий. Что Фроузен вообще не карта для читах. Нормальная карта. А вот Солярис очень подходит. Закрытые пространства. Да. Узкие коридоры, в которых, если ты зашел, тебя начали шпинять. Но зато ты точно так же можешь зайти и зажать. Ты, у тебя прыжки есть, не забывай. Ты же вообще, кстати говоря, почти не пользуешься прыжками. Да. На читахе зря. А это супер вообще. Способность. Ее. Она же летает фактически. Это так размазывает дамаг и дает тебе столько вообще свободы передвижения. Конквест еще. Че, пойдем по точкам? Ага. Вдвоем мы должны просто тупо бегать по точкам и занимать их, пока наши месяцы в центре. Нет? Ну, начнем с этого, да. Но это good idea, просто хотя бы контролировать 4 точки из 5. С нашей скоростью мы должны... Слушай, если там будет какой-нибудь medium или heavy, или assault, мы захарасим его на точке. Бежим в карту. Гамма,
Ассалты, ассалты, осторожно. Прячься. Можем как раз захарасить сейчас одного. А, черт, они меня выследили. Будем харасить или нет? А сколько их? Блин, ну они уже в любом случае где-то у меня за спиной бегают. Shadow Cat тут один, как бы точно. Блин, все, меня пасут, Макс. Надо харасить, иначе не труба, блин. Мне уже машинган дестроит. Все, я начал Б. Сука, их тут хилищи. Все, я труп. Да, беги на точку. We have four mechs behind us. Turn around. Do not let them push ahead. Пока мы бегали, похоже, наши точки тоже лайты берут их. Или нет? Artillery strike online. Шей. Target destroyed. Макс, они три точки держат вместо наших двух. Artillery strike online. Our foes are halfway to victory. Мне кажется, они победили. Ну, 4-8 у нас, значит. Есть фафнир. Почти нуль свой. Два фафнира. Может, они зарулят? Раз, два, три, семерых? Вряд ли. Было бы интересно посмотреть. Нет, я не знаю, что это.
Ну, пантера с пипцами должна зарулить однозначно. Ну что, спать? Ну, или давай до победы? Не шмогла я, не шмогла. Но ты пыталась. Давай что-нибудь отвратительно тяжелое возьмем. Зачем? Давай на читах. Что ты? Может? Давай тяжелое, тяжелое. Я ну что ты хочешь взять? На двух атласах? Вот, и атласа. Вот, возьмем два атласа, точно. Давай. Сменим, как? Сменим. Не везет нам на лайтах сейчас. Да что не везет? Просто не наш экран. Кто-то взял, кто-то представляет. Да, бывает наш день, иногда не наш. Наш день всегда. Главное, как убавить. Ну даже не знаю, ну не фулт, наверное. Будет манифолд.
Что там, кто-то решил покомандовать, что ли? Угу. Нет? Где? Нас? Реактор онлайн. Сенсоры онлайн. Weapons online. All systems nominal. Override engaged. Eliminate all enemies, no matter the cost. Okay, since we're quite heavy, I think we should go take the dock as fast as possible, right? Вообще высадили нас в полной заднице. The top. Top it is. Affirmative. Hey guys, please don't leave our atlases in Delta 6. They're no, we're going to take the left side of the top and watch out. Let's roll towards D5. You got one on you already, Echo 5. Надо здесь встречать их, да? И сверху на рампе уже один. Спрыгнул, что ли? Не один. Guys, keep coming this way, just get over that hill. Target acquired. Keep backing up. Warning, incoming missile. Artillery strike activated. Heat level critical. All right, they're going to push hard after they finish off that heavy, so let's just hold this ground. Америкосы просто тупо слили два ассаута. Delta 6 low ground, there are they. Thanks for helping, guys. Hold the ground. If you call it out, let's do it. You saw us being there. We're very slow. We took whole of their team. Come back. And you just did nothing. Well, I've sent out them. Ну, они уже, знаешь, пати, которые точно сольют, блин. Это тут как понятно, да. Лайты гоняют вообще со страшной силой. Ладно, я вышел. Хрен. Ты все, спать? Да, давай. Хорошего, давай. Хорошей ночи.